Всем привет, это мое последнее на видео в году. 2021 это вот бычка. Вот он у меня. И я вас хочу поздравить с Новым годом. Показать елку. Вы знаете, что у меня есть еще одна большая елка, я ее снимала. Она вот стоит на комнате. Вам не видно. Я напокажу свою елку, расскажу про огород, который вы там. Поздравлю вас с Новым годом. Теперь я хочу снять про огород. Огород у меня уже распустился, это огурцы. Потом салат уже, ну, тоже неплохой. И помидоры уже начали расти. Вот это они. И вот это тоже на помидоры. И салат, наверное, как-то не очень растет. Я уже открыл крышку, а огурцы очень высокие. А сейчас я вам покажу мою елку. Вот такая у меня елочка. Маленькая, это живая. Сейчас вам ее покажу. Вот так на подальше. Маленькое видео. Я вам желаю, смотрите чего. Да, я это просто написал. Я это не говорил. И поздравляю вас с Новым годом. И хочу, чтобы Новый год выдался на полчаса лучше, чем на прежний. Или как-то так. Я на Новый год научусь утром, но приболел уже, но получше. И поэтому я так научусь, но говорю немножко не так. Поздравляю вас с Новым годом. Следующее на моё видео в году это про пылесос. Я в этом году, ну, конечно, не успел, но оно выйдет в следующем году. 2021. Всем пока.